Как бороться с глаукомой? В Дагестане проходит неделя борьбы с этим заболеванием. Организовали акцию региональный Минздрав и Республиканская офтальмологическая больница. Главная цель – профилактика глаукомы, привлечение внимания к проблеме и информирование населения об этом недуге. Всю неделю в поликлиниках и лечебно-профилактических учреждениях любой желающий в возрасте от 40 лет и старше может в порядке живой очереди измерить внутриглазное давление. Будут организованы выездные акции, в рамках которых офтальмологи посетят рынки «Атриум» и «РЧ Казака». Затем специалисты проведут образовательные беседы с педагогами школ и вузов. Глаукома является одной из важных причин слепоты среди офтальмопатологии в мире. И актуальность этой проблемы, она из года в год только растет. Единственной возможностью выявить глаукому на ранних стадиях – это измерение внутриглазного давления. Воспользуйтесь случаем, измерьте свое внутриглазное давление без паспорта, без какого-либо документа.